На. Да, какой ряд сначала? Клоунада. Один. Один, да. Идем в один. Сейчас мы птичку. Один, как они удваиваются, правильно, Ваня? Да. Ну, тут есть исключение, нужно проверить это исключение. Давайте проверим. Ванечка, можешь посмотреть тогда, это исключение или нет, чтобы я не крутила, я иначе потеряю шаги? Не исключение. Не исключение, да. Соответственно, не исключение, поэтому он удваиваться будет по принципу, там у нас ведь идет, ну как, ну обыкновенно, то есть на, да? А в удвоительном слоге какая ступень? Будет ступень, так, у нас там слабая, потом гуна, потом вритхи. То есть это будет ступень гуна? Нет. Гуна будет ступень? Нет. Нет? Нет. Так, а удваиваться? Ну, по схеме, там пэш-вритхи, дальше а долгая. А долгая это вритхи от а. А долгая это вритхи от а. Да. Значит, в ритхе от А это будет у нас, что у нас будет? Ва? Ва? В ритхе, да. Это и будет А долгое. А долгое. Вот, но есть формула. П штрих, А долгое. П, Е, Ф. У нас есть П, Е, Ф. И теперь... Вань, подожди. Давай попросту вот тут удвоим корень. Да. Удвоим на. Получается, она... Правильно? На-на-на-на не получается, потому что он не врифируется. Ну тогда будет просто на-на. То есть это просто я хочу удвоить корень сначала. Для меня первое надо удвоить корень, а потом я уже пойду по схеме, или так нельзя? Ну, сначала тогда нужно поработать согласно. Но тогда нужно говорить по-другому. У нас вот N, гласная, надо. То есть, если говорить о общих правилах удвоения для согласных, то я на везде вместо этой А только оставлял просто значок В, вау. Потому что вот именно подстановка гласных в удвоительный слог, она определяет, собственно, сущность, которую мы удваиваем. То есть, это перфект или это дезодератив. Это, кстати, тоже нигде не записано. Надо записать тоже. Вот такие мелочи, да, это не мелочи, на самом деле. Ну, вот я говорю, такие вроде мелочи, на самом деле это не мелочи. Так, значит, получается у нас просто удвоенный корень. Если мы удваиваем на, то у нас получается на. Д. Ну, да, ничего не что. Нет, ничего не происходит. Да. И потом мы продолжаем уже работать по схеме. Не получается просто на надо. И потом мы уже идем дальше. Да. От удвоенного корня мы начинаем выстраивать следующую схему. То есть, где эта схема? Где эта формула? Ну, удваиваем. 37 страницы, да. Ветвь 1, вот этот А1, корень, А1, два раза по схеме. Это вот это будет И, 2, удваиваем корень, вот это вот, да, вот это вот делаем, да? Я не понимаю. Пример. Пример? Это 7 страница, ты сказал, да? В этой схеме пример с корнем ГРАС. 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 На самом верху, вот, ветвь 1. Где эта схема? Где корень в ГРАС? Так, это ветвь 1. А, вижу. Так, ГРАС. Вот, я вот это и хотела сделать. Первое, ну, смотри, здесь все двое получилось. Джа, ГРАС. Вот, ну, то есть, ну, да. Значит, теперь мы этот глагол удвоенный корень... На-на. Мы действуем вот в этой схеме, удваиваем первую гласную в первом слоге. То есть на-над получается.
Так, ой, а дальше я опять забыла. Так, удваиваемый элемент, который изменяемый элемент. Так, изменяемый элемент, значит, на да, получается. Так, и а с П и Э ничего не происходит у нас, да? Ничего. У меня только нет четкого слуха на долгий и краткий. Можете повторить? Ну, будут обе А будут долгие на... Нет. На... Почему? А вторая А почему долгая? Ну, если... А потому что она удвоилась при... Она не удвоилась. Она во второй морфологической позиции. Точно. Это А1. Она не удвоилась. Да. А1 во второй морфологической позиции. Это А-краска. Так. А-краска. Получилось на... Над. Над. И действуем дальше, делаем мы из него теперь и интенсив, или что мы из него делаем? Интенсив. Да. Ну, суффикс «я». Да, смотрим дальше, значит, надо добавить суффикс «я». И смотрим корни на «а», удваиваются. Так, это не надо уже читать, наверное, да? Добавляем просто суффикс «я». Я уже в кочерги не полезу. Значит, на надья. Ну и окончание. На надьяты. Ну вот я нашел эту форму в... Да. Окончание обязательно делать, да? Это третье лицо сингуляра. Можно с ним, можно без него. Ну просто обычно корни встречаются именно с окончанием третьего лица 11 числа. Да. Хорошо. Значит, будет на надьяты. Да, вот. Ну, пожалуйста, вот эта форма, она есть в каком-то GB, я сейчас не знаю, что GB, вот, но где-то он ее отыскал. Вот, на надежде это корень sound звучать, то есть это, ну, громыхать.